Всем добро пожаловать на канал Раскус Усадьба. Сегодня будем производить монтаж теплицы Легенда 4 метра шириной и 10 длиной. Фундамент уже предварительно подготовлен. Сейчас будем собирать каркас и подготавливать его под стекло. Перегородка будет обшиваться поликарбонатом. Каркас мы собрали, также прикрутили прогоны, занкерились к фундаменту. В дальнейшем будем накручивать уголки, коньки, ну и подготавливать, чтобы перекрывать стеклом. Это прикручивать базу и отливы. Третья часть монтажа. Стены уже перекрыли стеклом. Сейчас подготавливаем крышу. Конек уже бросили, прикрутили. Сейчас будем делать поддержки с одной стороны и с другой, чтобы когда стекло уложили, оно не скатывалось вниз. Ну что, в принципе, на сегодня мы закончили. Особо рассказать-то и нечего. Подготовили крышу, чтобы завтра положить стекло. Как вам видно, там такие вот прокладочки установили, по периметру проклеили, базу прикрутили, также нарезали стекло. Вон подфорточные блоки. Завтра будем перекрывать крышу и устанавливать форточные блоки. В дальнейшем еще и торцы обшивать стеклом. Приехали на место монтажа. Кипит? Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас сделаем прямой эфир, проведем, покажем, как, что. Вот так вот теплица строится. Ну что, вот у нас второй день монтажа. Приехали мы, перекрыли уже крышу стеклом. Сейчас занимаемся форточными блоками, подготавливаем. Также их проемы обрамляем уголками. Добро пожаловать на канал Раскус Усадьба. Производился монтаж теплицы Легенда. Ширина теплицы составляет 4 метра, длина 10 метров. Теплица у нас перекрыта тут под стекло полностью. Только у нас перегородка выходит, перекрыта поликарбонатом. Крыша, форточные блоки, торцы, стенки, двери, все стекло. Дверь алюминиевая. Также фундамент сделан в системе отливов. Везде края отделаны декоративным уголком. Все проклеено, чтобы нигде ничего не поддувало. Внутри теплицы у нас, как мы видим, термоприводы. Уже жарко, форточные блоки получаются открытые. Каркас теплицы изготовлен из профильной трубы 40 на 40. Толщина стенки 1,5 мм. У арок нога изготовлена также из профильной трубы 40 на 40, но толщина стенки 2 мм составляет. Прогоны изготовлены из трубы 20 на 40. Также были установлены добавочные прогоны по
под форточным блоком, так как стекло нарезалось. И чтобы не было никаких казусов, было приведено установить дополнительные прогоны. Теплицу замкерили, везде все прокрутили, закрепили. На этом все. Не забываем подписываться на наш канал, смотреть новые выпуски.